А сейчас я вам покажу, друзья, сколько и чего можно купить на 100 долларов. Ну, если полностью, то на 101 доллар. Мы с женой стараемся все-таки покупать более-менее здоровую еду. Многие считают, что в Америке такого нет. Ну что, давайте начнем. Самое главное, это, конечно же, наш пусик. Вот, вы его все знаете. Вот мы купили ему в эти 101 доллар. Входят 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 порций. Но он, в принципе, у нас много не ест за раз, поэтому это можно сказать 24 порции. Вот. Потом. Галлон молока, да, или здесь больше? Галлон. Нам хватает это, ну, примерно, наверное, на неделю. Не знаю. Вот и пусик. Следующее. Это сливы. Вот жена себе купила. Любит сливы. Я больше люблю апельсины, мандарины. Сливы вот так выглядят. Довольно-таки хорошо пахнут. Я люблю апельсинчики, мандаринчики после еды днем один съедаю. На тренировке пью, купил себе вот две таких больших банки Gatorade. Затем, не хотел показывать, не очень здоровая еда, но иногда мы любим такие вот булки от того магазина Publix, где мы живем. Они сами их готовят. Очень вкусные. И сыр. Нарезка сыра. Вот пошли обалденные мясные нарезки. Они реально очень вкусные. Реально дают тебе попробовать. Просто нереальный вкус. А ты открой, покажи. Сосиски, на наши молочные, да, похожи. Иногда тоже едим, не часто, но если неохота, к примеру, что-то там готовить, быстренько перекусить. Вот, сейчас покажу, как выглядит, жаль, вкус не смогу вам передать. Здесь уже нарезают тебе все, каждое в отдельном пакетике, просто берешь так вот, отдельный. Да, наш, камон. Ну, не наши, а испанские. Испанские. Да. Очень вкусно вообще. Для вкуснее меня даже, чем сало иногда бывает. Сало, кстати, мы тоже любим и иногда покупаем. Но это еще не все, еще где-то. Показать его тоже, да, что ли, открыть? Ну, давай. Это мне больше еще нравится. Оно такое, как полукопченое, как на дыму сделано. Вот, посмотрите, ну, прям. Розбит. Вообще очень вкусный запах. Не представляете, какой запах. Просто вот зря я открыл. Затем, очень любим мы здесь вот местную дыню. Она уже нарезанная такая. Невероятно сладкая. Вот как сахар, как мед. Очень любим. И поэтому покупаем. Это еще не все. Купили еще таких вот орехов кешью. Довольно-таки где-то полкилограмма, наверное, тут. Потом различные консервы. Консервированные бобы красные. Это мы будем делать что-то типа харчо с бараниной. Баранину покажу, тоже купили. И две банки. Это, по-моему, помидоры, да? Еще покупаем вот такие ягодки. Они разные бывают. Вкусные очень, свежие всегда. Вот в таких коробочках тоже уже. Еще сливы. И вот такой кусок баранины. Очень свежая, очень вкусная баранина, недорогая. 7,5 баксов вот за такой кусочек. Но вот посмотрите, это все на 101 доллар. Вот такая вот получилась у нас покупка. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю.
как раз-таки рассчитанную по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите, важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лбом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы и сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Fuck Fitness». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся.